приехали мы в деревню Атьена. Вот так они сегодня задекорировали то место, улочки, на которых проходит фестиваль. Сегодня праздник. Вот в этой церкви Айос Фокас, даже не знаю, как это по-русски перевести имя, да, Святой Фокас. Как это по-русски будет сказать? На какое имя похоже? Непонятно. Но не Фома, потому что у них есть, ну, другое имя похожее. Фокас, даже не знаю. Нужно посмотреть в интернете. Вот такие здесь, смотрите, домики, улочки. Повесили флажки разные. Пальмочки перед церковью красивые. И тут ярмарка тоже. Продается много разного. Сладости. Полузели, да, это достанет? Ну, это да, это полузели тут. И сучука. Сокофрукты разные, красивые. Красивые и вкусные. И такая большая очередь в церковь. Сейчас свекровь хочет зайти в церковь. Там служба идет полным ходом. Ну, мы, наверное, я не знаю. Красивые туки. Такие продают иконы красивые на дереве. Ой! Яса! Сувениры разные. Здесь тоже разные таблички на дереве, выжженные. Разные полезности для кухни. Да? Ой, какой красивый дом, веранда наверху. Рукодельные промыслы. А это что, мед, наверное, ликер или масло, да, что-то? А, глюкола, да, какие-то. Да, что-то фестиваль маленький, обещали, будет большой. Дубовые. Там больше ничего. Вкусняхи какие-то. Пойдем посмотрим, что там еще. Сейчас мы вышли за пределы территории фестиваля. Посмотрим что-нибудь. Магазины тут у них. Да, жалко, что... Ну, жалко, что вечер сейчас. Я не скажу, что это деревня, что тут такое. Особенно, но есть красивые старые вещи. Церковь, что-то. Там еще. Какие-то домики старые есть. Такие, знаешь, с воротами, с теми старинными. Помнишь, как в Лимассоле и в Никосии? Видишь, такие... Но эта деревня, дело в том, что она войну выстояла, вот, уцелела более-менее. И турки не смогли ее отбить. Да, да, церковь снимается, видно ее. Ой, там машина, да, сзади? Так, нам сказали, что у нас несколько минут пока они дойдут до иконы там. Смотри, видишь, вон еще церковь, гляди. Тут церковь на церковь. Не знаю, может быть, это относится к той же. Может, она на одной территории, там как колокольня или что-то, да? Ну, наверное, раз высокое здание, там на колокол. Там, а там церковь. Я иду. Возвращаемся назад. Да, у них
Там или семейный ужин, да, или семейное чаепитие. Там тоже, видишь, сидят за 12. Ну да, да, это скорее всего дом, просто, видимо, знаешь, может быть родственники, а может быть просто родственники не съехали все, понимаешь, собрались и там тоже. Потому что это близко к умерти. У меня что-то упало. На тебя упало? Да, упало на меня вот это что-то. Да, сумасшедших много. И русские хотели, похоже, что тут кроме греческой. Вот это все ярмарки. Ну да. Я ожидала больше, подумала, что в этой деревне она больше. Странно, что здесь не готовят кушать. Не... Удивительно. Давай найдем какой-нибудь кафешку. Где? Не знаю. Будем там. Понятно. Чего здесь? Это... А что там дети бросают? Да какие-то петарды. Может, это каких-то людей, потому что почему это сильнее? Давай посмотрим с этой стороны. Здесь священники сидят. Так, ну что, наши уже выполнили все. Да, возвращаются. Нас выполнили. Окей. Кусок стены, ты говоришь, он не да. старый? Ну, сделали, может, оставили весь. Может, просто оставили, оставили. Все заштукатурили, да, а кусочек оставили в таком стиле. Да, потому что... Как классно, смотри. Явно оно внутри. Так все выглядит. Дерево. Да. И ворота. Ворота новые, в старом стиле тоже. И бля, тут они тут тоже, блин, ставни. Прикольно. Ой, тут какие старые ставинки, посмотри. Что да, это прям древние. Ну, тут... Жалко, что так не видно в темноте. Что это за здание такое? Здание? Старое-старое. Смотри, в каком аварийном состоянии. Оно старенькое. Угу. Вряд ли там живут сейчас. Ну, может, да. У людей, знаешь как, жить ну, там не, и жить там не хотят, и ремонтировать пока не могут. И... Кому-то принадлежит. И не сдадут, они будут любить. Да, да, сидят открыто. Мы уже отстали от наших, поэтому я... Да, тут удаляем все так. Да, здесь все новое, это тоже в таком стиле, да, деревенском. Вон, да, да, ой, классно, это да. Декорация. Декор, это да? Не настоящая, да. Я думаю, конечно, декор, смотри, сейчас с обратной стороны. Ну, да, да. Зайдем, а тут... Ну, точно. Видишь? Тут постарее домик. Тут какой большой, интересный, это, наверное, на несколько. Наверное, на несколько. Ну, как минимум на двоих тут, а там еще неизвестно с той стороны. Ну да, может, с той стороны. Ну, думаю, на двух, да, как. Тут, если тут подъезд, а там двор, наверное. Да. Ой, там тоже хоромы, смотри. Интересно, то одни люди. Да, тоже длинная туда еще, да, деревня идет? Да, 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 тут деревня да, большая. Да, больше наша. Может, это уже выезд из деревни, правда? Но все равно туда же еще. Так, а как он так стал, как садится? Садится? Значит, должен отъехать. Вот и Минчика Сезар. She says that she will sit here behind. Он не хочет, чтобы ты в багажник лезла. Он хочет тебя тут оставить. Очень он пожалеет. Да. Так, все, садимся. Приехали в гости к тете. Такой маленький домик с пальмочками. Как вечером здороваться? Калиспера. Да. Возвращаемся домой. Едем сейчас еще пока по этой деревушке. А мне нужно было на этой стороне снимать. На этой у тебя там тоже красивые домики. Вот такой был у нас насыщенный вечер. Правда, мы не успели на одну свадьбу еще поехать, потому что у нас было два фестиваля. Ничего, как-нибудь сниму еще и свадьбу. Спасибо за просмотр. Всем пока.